комплект постельного белья «Ромашковое поле». Как красиво, как по-летнему все это выглядит. Хочется гулять, побежать по этому полю куда-нибудь вдаль, собирать ромашки, гадать, любит или не любит Оксана меня, например. Вот так вот фантазирует. Любит, Володя, любит, конечно, Оксана, любит. Прекрасно. Но мы любим вас, дорогие друзья. 1198 рублей за комплект постельного белья. Мне кажется, в сезон ромашки дороже стоит, чем комплект. 15248 номер лота. Ваша выгода сегодня составляет 1292 рубля. Все благодаря, конечно, счастливому дню на нашем телемагазине. Ну что, Оксан, познакомь меня, пожалуйста, с ромашковым полем. Знакомься, ромашки, Володь. Володь, очень, да, приятно. Очень приятно. Володя, да. Царь, да. Царь. Володь, ну, конечно же, обрати внимание на эту расцветку. Ромашки — это у нас такой настоящий, да, русский цветок, да, что мы видим. Мы видим здесь наши просторы, наше голубое бескрайнее небо, ромашковое поле. Хочется раздеться, как скажет Марат, и бежать, 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 ну, куда-то Марат, вдаль. Марат, вне зависимости от ромашкового поля, просто всегда хочется раздеться, поэтому неважно, не будем обращать на него внимание сейчас. Будем обращать внимание на ромашковое поле. Действительно, настоящий русский цветок. Действительно, принт и рисунок выполнен в таком русском стиле, где, как говорится, Русью пахнет. Хочется окунуться в эту роскошь, в эту красоту. И все это напоминает нам, конечно же, о лете. Так вот, лето будет царить в ваших домах круглый год. Тем более, что есть 4 размера. Полутораспальный, двухспальный, евро и семейный. Пока все размеры есть в наличии. 15248 номер лота. Но, Оксаночка, вот если с дизайном мы сейчас разобрались, то я ощущаю здесь что-то до боли знакомое. Такие нотки детства присутствуют. Все это, знаешь, от материала. Да, да, да. У нас здесь такая натуральная экологическая тематика. Вот поле, ромашки, да, такая вот свежесть, хочется дышать. Ну и, конечно же, материал. Материал — это то, что нас сближает с природой. Материал — это у нас 100% хлопок, Володя. Это то, что нам подарила природа, и за что мы говорим большое-большое спасибо. Володя у нас гадает, на ромашке срывает лепестки. Володя, да любит тебя, просто все так, любят просто тебя. Просто так объемно выглядит, действительно, очень натурально все это смотрится. Прям хочется взяться за лепесток и погадать все-таки, да, на ромашке. Да, здесь у нас 3D-принт, он смотрится абсолютно натурально. Ты видишь, у нас ромашки просто вырастают вот из этих наволочек, из этих подушек, из этих пододеяльников. Это 100% хлопок, Володь. Особое внимание мне бы хотелось уделить материалу. Я знаю, что хлопок все мы очень любим. Конечно. Хлопок любим, ну, из детства. Это то, что нас сближает с природой. Это экологически чистый материал. Угу. Он, кстати, гипоаллергенный. Да-да-да. Это материал, который очень рекомендуют астматикам, аллергикам. Вот если у вас какие-то бронхолегочные заболевания, то, конечно же, это материал для вас. Этот материал, который быстро сохнет, который быстро впитывает влагу, то есть обладает очень хорошей гигроскопичностью. Это тот материал, который дышит. Ну и, конечно же, это наше любимое плетение бязь. Бязь! Мы обожаем бязь, потому что бязь — это королевское у нас плетение. Бязь — материал, который у нас производится из королевского природного материала, из хлопка. Наверняка все действительно помнят из детства еще этот фантастический, дышащий, приятный к телу материал. 15248 номер этого лота. Но, Оксана, хочу спросить про комплектацию. Оксаночка, про расскажи. Комплектацию. Прекрасная комплектация. Та комплектация, которую мы любим, которую мы можем себе позволить. Это у нас 2 наволочки. Давай сразу же пройдем по наволочкам, поскольку я уже, да, пройдем по наволочкам. Я пошел по наволочкам, так, так. И доходим до самого главного, доходим до кармашка. До самого главного, до кармашка. Мы видим, что там нет абсолютно никакой фурнитуры. Mm-hmm. Там нет ни пуговиц, ни молнии, ни кнопок, никакого вообще безобразия, которое может в течение ночи как-то нам вызывать какой-то дискомфорт, который никогда не сломается. Просто карман. Да, просто лаконично. Не только во время сна, да, опять же, во время стирки все это, знаешь, бывает, остается в стиральной машине. Да, мало того, что остается, у меня однажды был случай, что у меня пуговка вылетела, небольшие были такие пуговки, у меня куда-то она залетела в мотор, и у меня стиральная машина вышла из строя. Пришлось, да, ремонтировать. Очень-очень дорогой ремонт у меня был. Итак, подушки 70 на 70. Mm-hmm. Тут те подушки, которые нам рекомендуют ортопеды, на которых мы высыпаемся. У нас правильно расположен позвоночник, у нас, так, да, и зона спинки, и зона шейки, голова, все у нас здесь равномерно отдыхает. Ну, то есть вот мы с Оксаной рекомендуем вам именно подушечки размера 70 на 70, потому что лично мы с Оксаной на них прекрасно высыпаемся. Именно... Но не вместе, да, по отдельности. Ты сейчас запутаешь дома. Наш. Да, я никого не хочу путать, хочу лишь еще подробности. Так, две наволочки, что еще есть? Пододеяльник, но мы его видим, да, красивый. Также у нас, да, кармашек, да, да, есть, да, отлично. Да, да, кармашек с моей стороны. Прекрасно. Давай покажем нашим телезрителям. Давай, давай. Вот тоже никакой лишней фурнитуры у нас нет, ни пуговицы, ни молнии, абсолютно ничего. 80 сантиметров, очень удобный вместительный карман. Одеяло у нас сюда легко заходит, входит и выходит, как я люблю говорить, да? Mm-hmm. А дальше у нас есть еще и простые
Стоп. Это... Ты хочешь сказать, что за 1198 рублей в комплекте постельного белья есть еще и простынь? Конечно, Володя, у нас а все комплектованы. Упала просто от радости, что счастливый день сегодня. Да, Шок, ты меня напугал, что такого может... А что, может не быть? Ну, я надеюсь, что есть все-таки. У нас же надежные производители. Мы верим им. И есть, конечно, у нас простынь фантастическая, красивая. Еще больше ромашек, еще больше поля, неба, облаков, насекомых здесь. Посмотри, божьи коровки у нас гуляют по нашим ромашкам. Одно наслаждение просто смотреть на эту радость, на эту фантастику, тем более, что цена 1198 рублей, чуть больше 1000 за полноценный комплект постельного белья. Пока еще есть у нас 4 размера, полутораспальный, двухспальный, евро и семейный, ну и плюс ко всему это хлопок, Оксана, ну фантастика просто. Да, это хлопок, я хочу уделить особое внимание, именно материал, из которого заготовлен этот комплект постельного белья, это хлопок, это гипоаллергенный материал, это то, что нам подарила природа, это то, что мы просто сливаемся с природой, когда мы покрываемся этим. Володя, что ты делаешь? Я что? Хочу что почувствовать ты? Просто здесь запах никто краски. Не спал. Это... Нет, не... запах краски. А, запах краски. Потому что это все говорит о качестве. Потому что когда мы покупаем комплекты, да. они бывают пахнут противно краской. Так вот здесь я пытаюсь, но я не могу уловить этот запах. Оксана, так, идем. Абсолютно, да. Нигде. Вот, по всему нигде. Участочку прошли. О чем это говорит? Нет запаха это краски. Это говорит о том, что да, у нас нет запаха никакой химии, у нас нет запаха краски. Это говорит о том, что у нас комплект правильно, равномерно прокрашен, соблюдено все по ГОСТу. Это говорит о том, что у нас здесь нет никакой химии, у нас производитель постарался, соблюдено, хотел сказать, да, соблюдено. Соблюден, все соблюдено.